Добрый день, я пришла с работы, муж меня привез, заехали в магазин. У нас Росман такой есть магазин. Купила снова вот такая вот бумага для бутербродов. То, что... Ой. Вот она вот такими вот бутерброды сделала, сюда поклал. Все. Мешочки такие. То мальчишки ходят в это самое, ну, на практику, и им надо. Там перчатки одноразовые. Купила 60 штук здесь. Я фарш делаю всякие. Это не из-за короны, а я фарш делаю. Там что-нибудь, духовку мыть одеваю. Потом себе купила такой вот в мешочки. Они для этого, для морозилки. Вот тоже 15 штук здесь мешочки. И этот пергамент купила для выпечки. Бак папир, цош, бак папир называется. Они уже, уже листами резаны уже. Вот, так, вот такие маленькие закупочки. Были в прошлый раз в русском, я забыла вам показать, покупали. Я сало с чесноком купила. Такое вкусное. Сейчас попробовала. Вот нарезала сало, нарезала лука. Сейчас с хлебом нарубаюсь. Вот бывает такая вот у меня еда. Вот. И кофе. С молоком, правда, я пью. Я пью вот с таким молоком. Называю конденсированное молоко. Вот такая у меня такой завтрак сегодня будет. Завтрак уже 11:30 дня. Мы тоже в русском брали вот такой кусок большого мяса. На получилось у нас. Я уже разорвала. Сейчас ой, скажу. Если составлю, что получится. Так, три... Сколько килограмм у нас сюда? 3,5 килограмма. 5 килограмм получается. Вот получилась цена на 11 евро. Вот такой кусочек взяла. Это чистая вырезка. Это, без косточки мяса. Из этого кусочка, что я показывала, я немножко отрезала, хочу сделать там другое. А здесь я все буду делать жаркое по-домашнему. Я вот нарезала на кусочки, вот на такие вот. Сейчас в мультиварке обжарю все мясо. Потом туда морковку, лук, перец болгарский. Все это прожарится. И потом добавлю картошки. Ну, типа, как будет картошка тушеная. Только называется жаркое по-домашнему. На сегодня такой ветер сумасшедший. Сейчас еще потише вот... Это прямо аж деревья клонит. Сейчас маленько утихомирилось. Опять что-то нам надует. Вон листочки, чтобы это качается. Здесь еще не такое. Вон эти самые маркизы, он как трепыхается у людей. Покажу вам мой лучок. Вон он какой. Видите? Уже подрос вот. Сейчас такой поставлю. Вот такой вот лучок подрос. Я думала, это что это? Муж заварку от чая выкинул. Вот двух какой. Одной вот такой вот. Одной вот. Вот тут густо посадила. Ну, а манго мое так и стоит. Вот она. Не знаю, что с него будет. Вот она стоит так, не знаю. Посмотрим. Так, ну и показываю вам свою вышивку. Пошла я вверх, как вы мне советовали. Вот вышивала вот здесь вот все. Вот это вот сегодня я здесь зашила. Вот. Вот такой вот мне лёвка получается красивый. Мордашка уже высветилась хорошо. Вот такой вот у меня лёвочка мой. У нас время 12 часов ночи. А я все сижу. Пойду спать. Всем говорю пока-пока. Ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. Всем спокойной ночи и не болейте.